Так, всем привет, с вами я, Никита. Ну и что же? Я предлагаю, ну вот, продолжить прохождение Лимбо. Итак, остановились мы вот где-то здесь. Помню, тут сейчас будет падать капкан. А чтобы его активировать, нужно вот залезть на веревку. Пока что я не понял, как это сделать, но вот, кажись, нужно сделать вот так. Да, все. Теперь мы можем спокойно проходить дальше. Стоять. Вот, берем, раскачиваемся. Как по старинке. Оба. Все. Залез. Кстати, люди, я не понимаю, у меня будет активность на канале или нет? Игра очень интересна. Советуйте всем своим друзьям, чтобы брали и смотрели мои видео. Ну и все, в принципе. Давайте продолжим. Так, тут можно спокойно сделать. Так, тут у нас что? Ага. Понял. Так, дальше прыгаем. Стоять, стоять. Так, понял. О, как красиво прыгнул. Стоп, или я умер? А нет, я умер. Я думал, я там красиво уже прыгнул. Так, все, я нормально прыгнул теперь. Так что... Да блин, серьезно, я на шипы полез. Сейчас опять с того же момента, да? Так, ясно. Так, давайте еще раз. Так, перепрыгнем нормально. Так, скатываемся. И прыгаем. Хорошо, все. Что дальше? Дальше что-то интересное должно быть. На самом деле, игрушка очень прикольная. Так, опять ты. Чё, офигел? Так, стоять, ты кто? Так, мы сейчас увидели вот человека. Слышу какой-то звук. Да. Серьезно, я умер. А, так я понял, что делать. Вот слышим звук. Видим эту вещь. Все. Убегаем. Вот сюда. Все, все, эта вещь просто сейчас падает. Что дальше? Это я уже смогу вот перепрыгнуть. Так. В общем, меня сейчас хотят... Ну, вот кто-то хочет убить. В принципе, с одной стороны, это нелогично, но просто странно, но я вот этот вот чужак. Поэтому, в принципе, ну, вот я их понимаю. Но на меня сейчас охотится. Пацан явно ждет чего-то. Ну, ясно. В общем, здесь очень-очень-очень много ловушек приготовлено. И серьезно, тут... Здесь еще вторая ловушка. Что-то я не заметил. Так, идем дальше. Хорошо. Все. Так, а теперь проблемка небольшая. А, вот, веревочка. Есть. Хорошо. Ах ты говно. Ладно. Мы придем здесь. Так, ну тут нас сюрприз ждать не будет. Это я понял.
Понял. Уплываем. Так, просто уходим. А как тут? Я не понял. А, стоп, нет, стоп. Давай. Поднимай. Хорошо. Спасибо. Теперь я могу сваливать. Хоба. Да, мы самый настоящий ящик-прыгун, кстати. Так, я понял уже, вот куда спрятаться. Давайте спрячемся здесь. Так, ну, прощай, паучок. Ты был очень хорошим другом, но не товарищем. Сорян. Так, что дальше у нас? Так, дальше тут еще что-то. Тут явно что-то будет. Сейчас будет прыжок. А нет. Серьезно, ты тут опять? А, мы как мне тут пройти? Стоять! Он ведь он от меня сейчас прибьет. Черт, а я. А это что тут и не додумался? Перепрыгнуть тут просто вот нельзя, кстати. Сюда иди. Давай. Его лапу нужно вот как-то вот оторвать, но я вот не знаю как. А, все, я понял как. Я задержал какую-то кнопку еще. Ну, короче, все, лапу мы оторвали, теперь мы можем пронести этого самого. Ну вот, паука. А точнее, его голову. Ну и все. Скатертью. Оху. Дорожку. Прощай, паук. Все. Он умер. Ну, а в это время мы проходим дальше. Так, тут ворона. Тут череп. И нам вниз. Есть лестница. Так, а дальше по клеткам. Ух, я думал, я сейчас умру. В общем, прыгаем. Ну и все. По сути, сейчас мы в какой-то вот уже вот деревне. По сути. Так, а я не зря сейчас поломал коробку, ибо, ну, нам ведь нужно взобраться. Серьезно, такое вот. Ну вот, чувство, что вот здесь очень трудно вот додуматься. Короче, есть одна кнопка, ну, вот, заставляющая просто вот, ну, вот, держать этот предмет в руках и носить его в обратную сторону. Так, как тут? Серьезно? Так, ты кто еще? Ты типа зомби? Я как понял, на него я сейчас могу прыгнуть еще плюс. Ладно. Ну сейчас что тут уже вот происходит? Мрачно такое. Так, а вот и челик. А, это ж ловушка, блин. И все, и пацан просто уходит. Он нас обманул. Стоп, а как тут?
Не понял. Ну тут по-любому умираем. А, стоп! Нам нужно взять. Да, все, я понял. Как... Да, вот. Я, короче, прохожу эту игру на джойстике. Би. У меня. Ну, вот это как держать. Блин, и ведь все ведь логично. Так, все, чувак умер, а мы проходим дальше. Что это за червячки? Так, куда мы скатились? А скатились мы в какую-то пещеру. Так, тут еще одна ловушка. Так. Ну нормально, я так наступаю ее на ловушке. Стоп, а как тут пройти ловушку эту? Или стоп, или нам прыгать на этот блок? А, да, нам прыгать на этот блок. Тут то же самое. Ах, говняки, блин. Ну а нас тут, в общем, обманули. А тут просто прыгнуть и все. Так, тут мы добираемся. Серьезно, по нам тут еще стреляют. Так, ну я как понимаю, это вот и... Ну вот уже вот и есть эти вот жители деревни. По мне попали, это видно. Так, а... Так, а как их пройти? Стоять или... Или я вот действительно вот понял, как их пройти. Смотрите, прыгаем, сюда идем. И теперь уходим. Да, они сейчас бегут за мной. Так, один упал. Второй сейчас наступит на ловушку. И эти сделают то же самое. Да-да, стоять, стоять, уходим, уходим. Все. Они умерли. Хорошо, эту я понял. Один прыгать не умеет, второй, ну и третий это просто, ну вот, глупцы. Так, а тут уже вот головоломки с тележкой. Интересно, к чему бы это? Понял, принял. Я тут уже вот понял, как нам тут и ползать. А, все, я понял, все. Все, люди, я все понял. Как тут сделать? Сейчас нужно вот пойти сюда, получается.
Дальше, смотрите, опустим веревку. Причем так до конца опустим. То есть вот, сейчас берем и лезем вверх. Вот. Вот, просто вот идем, лезем вверх. Все. Наверху теперь, смотрите, очень быстро бежим. Блин, быстрее. Ну, в общем, мысль здесь понятна. Просто нужно пробежать нормально, и все. По сути, больше ничего. Открываем. И прыгаем. Все, прыгнули. Теперь просто активируем второй триггер. И пробегаем. Все. Тут все понятно. Так, что тут у нас дальше? Так, какой-то зверек и какие-то грибы. Ладно, побежали дальше. Сейчас... Ай, что это? Сейчас мы можем бежать только вперед. Стоять, куда ты меня тпшкаешь? И все, мы умерли. Не понял юмора, но я как понимаю, эта вещь нас будет просто вот вести в сторону. Да, то есть вот мы вот идем сюда. Да, и в какой-то момент она вот меня вот поворачивает. Хорошо, побежали.